Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1728 из сборника Демидовича. Найти следующий интеграл. Х в пятой, деленное на х плюс 1, dx. Итак, для решения давайте прибавим единицу и вычтем единицу в числителе. Тогда х в пятой плюс 1 мы можем расписать по формуле, как сумму пятых степеней. Х плюс 1 умножить на х в четвертой минус х в третьей плюс x в квадрате минус x плюс 1. Минус единичка еще у нас в числителе. Все это разделить на x плюс 1 dx. Ну, действительно, убедиться в справедливости данного равенства несложно, если раскрыть скобки в числителе. Далее делим почленно, получается интеграл x в четвертой минус x в третьей плюс x во второй минус x в первой плюс 1 минус единица, деленная на x плюс 1. Все это в скобках dx. Равно интеграл суммы сумма интегралов. Первые 5 слагаемых степенные функции. Ну, а интеграл последний мы знаем, это логарифм. Поэтому получается x в пятой на 5 минус x в четвертой на 4 плюс x в третьей на 3 минус x квадрат пополам плюс x минус логарифм модуля x плюс 1 плюс c. Это и есть ответ на данную задачу. Если остались вопросы, смело задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединитесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.